Органам местного самоуправления в Иванове исполнилось 140 лет. По случаю юбилейной даты депутаты городской думы в сквере Горелина посадили 200-килограммовый дуб. К памятнику мецената и фабриканта народные избранники возложили цветы. В Белом зале Краеведческого музея состоялось торжественное заседание. Депутаты вспоминали о том, как в июне 1872 года городские законодатели впервые начали работу в безуездном Иваново-Вознесенске. Под звуки оркестра первые лица города и региона поздравили коллег со знаменательной датой и пожелали успешной работы на благо областного центра. Во время выступления глава администрации Александр Кузьмичев предложил депутатам проработать вопрос о создании гимна города, чтобы затем исполнять его перед каждым заседанием. Предложение такое поступило сегодня, действительно, оно интересное. Такие варианты были и раньше озвучивались. Поэтому я думаю, что, наверное, надо создать профессиональную комиссию, которая бы из депутатского корпуса, конечно, пригласить профессионалов, музыкантов, которые могут смогут отобрать. А сегодня есть несколько уже вариантов гимна. Я думаю, что сама идея очень интересна.